Всем привет! Сегодня у нас розыгрыш, о котором я объявляла 25 мая. Очень волновалась, видела, как вы меня все поздравляете. Было безумно приятно. Бабочка Майя стоит, держит цветочки, она уже готова в дорогу. Немножко надо будет корни просушить. И приехала 25 мая вот эта красавица Джулия. Я знаю, что ее очень многие любят. Много цветоносов, держит бутоны. Думаю, что приедет в таком же виде. Ну и все готово. Мне дочь все приготовила. Только нажать на кнопочку. Давай будем. Так, на зеленый, да, ну вот это. Угу. Так, кто? Елена Коноплянка, Омск. Ух ты, Леночка! Сейчас напишу, чтобы не забыть от волнения. Лена, я тебя поздравляю. Майя плавно переедет к тебе домой. И второй. Кто же у нас еще выиграет? Так, что же нажать? Эту стрелочку, да? Вот эту. Это же надо. Кто? Я не вижу. Эльмира Алиева, Дагестан. Эльмира? Да, Эльмира Алиева. Да, она мне часто пишет комментарии. Дагестан. Девочки! Я не могу, у меня аж такое волнение. Леночка, Майя твоя, забирай в любое время, даже просушивать не надо. Как тебе будет удобно, подъезжайте, забирайте. Ну и Эльмира Дана мне часто пишет комментарии, спасибо тебе огромное. Вот эту Джулию я отправляю тебе. Я была в гостях в Дагестане, у меня очень теплые воспоминания об этой поездке. И очень приятно, что моя Джулия будет жить в этих гостеприимных, теплых краях. Немножко волнуюсь. В общем, всем огромное спасибо за то, что вы у меня есть. За то, что поддерживаете, пишите комментарии. Волнительный момент, он уже закончился. Будем ждать следующего года, когда будет 3 года каналу. И, может быть, отдав второй раз бабочку Майе, я ее опять же встречу где-то. И на 3 года канала мы опять будем разыгрывать эту красавицу. Огромное всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.